Саламатсыздар ма, оқушылар? Айна сөздік сабағы басталды. Көңіл күйіміз таба. Қайрат Ибрагимович, я понимаю, у вас физра, но вы теперь нам должны новая шина. Алло, оқушылар, давайте поговорим о том, что разбил нам Қайрат Ибрагимович. Нет, не сердце, шина. Стекло. В Казахстане очень сложно доказать, кто разбил стекло, потому что каждый будет говорить: «Разбил шина? Шина это не я». Индийские йоги могут ходить по битому шина. Но это ерунда. У нас все население на пляже по битому шина ходит и бегает и загорает. А в торговых центрах шинулар настолько чистые, что их можно не заметить и оставить отпечаток своего лба. Если вы прокололи колесо, езжайте в шиномонтаж. А если разбили шина, то езжайте в шиномонтаж. Так, Мукашев, отойди, из какого не видно. Ты что, шиндан сделан? Запишите, шина, стекло, стекло, шина. Так, Аубакиров, это я когда тебе пятерку ставил, а? Не помню. Ты что, сам поставил ее? Прям не отличишь от моей работы настоящего зергер? Я бы не заметил, если бы ты ее зеленой пастой не нарисовал. А вы пока запишите. Зергер – ювелир. Зергер – это единственный мужчина в мире, который не парится, что подарить жене на 8 марта. Потому что он покупает кольцо один раз в жизни и на каждый праздник переделывает. Катастрофа для любого зергер – это увидеть свою работу в ломбарде. Каждый зергер любит пословицу. Зергер знает, что ваша жена желает. У группы «Золотое кольцо» и группы «Серебро» вместо продюсеров зергерлер искусно выполненную работу часто называет зергерлик жумос. А для меня зергерлик жумос это порезать мясо в гостях, не закатав рукава и при этом даже не испачкать рубашку. Запомните, лучший антидепрессант для женщин это 10 минут проведенные в зергерлер дкененде. Ну и закрепим. Зергер, ювелир, ювелир, зергер. Так, Мукашев, ты что там с девчонками сел? А, в танкурай хочешь быть? Записываем. Малина, танкурай. Танкурай очень вкусная ягода, особенно если она с соседского двора. Вечный вопрос, что вкуснее, танкурай или клубника? В этом вопросе я лично солидарен с медведем. Я выбираю танкурай. Может, она и не вкуснее, но точно полезнее. Из танкурай готовят варенье, которое помогает при простуде и других болезнях. Если верить Карлсону, конечно, я верю. У всех, наверное, такое было. Вас просят собрать ведерко танкурай, но вы больше съедите сами, чем соберете. При простуде едят малиновое варенье, а чтобы запомнить слово, слушают малиновую песню. Ягода танкурай нас к себе манила. Ягода танкурай летом в гости звала. Как сверкали эти щеки на рассвете. Ах, какую сладкой танкурай была. Сегодня на перекрестке столовой и кабинета биологии произошло столкновение. Наш Артем Примак сбил завуча. Подоспевший на место преступления учитель физкультуры составил протокол и выписал штраф в виде 15 ОДЖМ отжиманий. Но Артем Примак решил договориться на месте и отделался 5 ОДЖМ. Так что записываем перекресток Хьелос. И сразу в голову приходит знаменитый казахстанский сериал. Нет, не саранча, а Хьелос. Перекресток. Во всем мире на Хьелос есть специальные знаки, которые показывают, где главная дорога, а где второстепенная. А в Казахстане у кого машина дороже, у того и главная дорога. Для водителей Хьелос делятся на сложные и простые, а для гаишников на прибыльные и неприбыльные. Вчера на Хьелосе Абая Сейфуллина столкнулись машины двух депутатов. Виновным был признан сам Хьелос из-за того, что он недостаточно широкий. Что? В Астане Абая Сейфуллина не пересекаются? Заплати таксисту 3000, и он найдет этот Хьелос. Оқушылар, вот вам задачка. Представьте, на перекрестке стоит машина скорой помощи, пожарная машина, машина жолполиция и машина Акима. Вопрос. Кто первым проедет Хьелос после машины Акима? Есть такое место – Бермудский треугольник. Там все теряются. А вот на Хьелос теряются все женщины. Оқушылар, гуляя по территории школы, будьте осторожны. Анель Казбековна получила права. Ну как получила? Подарили. Подарил.
Записывайте. Перекресток, Кейлос, Кейлос, перекресток. Так, Мукашев, ты чё в шубе сидишь? На дворе лето. Я понимаю, что Астана. Ну и что? Ну не до такой степени же. Давай, снимай и повесь возле моей дубленки. А мы записываем. Шуба, тон. Ох, ушлар, отгадайте загадку. Сидит дед, во сто тон одет. Нет, это не лук. Это дед, владеющий заводом по изготовлению шуб. Когда девушка хочет тон, она делает тонкий намек. Чем больше жена повышает на мужа тон, тем круче она хочет тон. Самый вкусный зимний салат – это селедка под тоном. Вдохновленный словом «тон» я даже придумал стишок. Чтобы купить красивый тон, нужно продать угля на 100 тонн. Ну, не абай, конечно, но главное – нравится моей маме. Да, и не забудьте сказать вашей маме, если в шкафу долго держится ваш тон, то он может превратиться в общежитие для молей. Интересная заметка. Казахская моль не съедает ваш тон. Она примеряет и улетает в ней. Мало кто знает, но старый тон может отлично подойти на сиденье вашей машины, как зимние чехлы. Так что не обязательно старый тон отправлять в аул. Запомните, ох ушлар, дурной тон носить тон с кроссовками. Запишите тон, шуба, шуба, тон. Знаменитый кот в сапогах в казахской версии будет етек-киген мысык. Етек мужчины всегда должны быть начищены. Исключением является только мужчина, выходящий из утренней маршрутки. Ох ушлар, вы не забыли? Завтра мы идем в театр. Встречаемся у Ескерткыш Абая. Записывайте. Ескерткыш памятник. Крылатое выражение из советского фильма. Да кто ж его посадит? Он же Ескерткыш! Мало кто знает, что Жерома Дюкенуа, а по-нашему Дюкен Улы, придумал Ескерткыш, писающий мальчик, после того, как побывал в казахском ауле. Казахстан настолько гостеприимная страна, что даже поставили Ескерткыш гостю. Все знают, что главные враги Ескерткыш – это голуби. Особенно сытые. Так, ох ушлар, а вам задание – выучить стихотворение. Я Ескерткыш себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Я не забыл, просто времени нет. Запишите. Ескерткыш, памятник, памятник, Ескерткыш. Так, Увалиев, почему тебя долго в школе не было? Забыл мекенжай школы, что ли? Давай, дневник, я напишу тебе. Улица Казахского, дом номер 2. 2, слышишь? Чтоб больше не забывал. А вы что на меня смотрите? Тоже в дневнике вам написать мекенжай? Нет? Тогда вы записываете мекенжай адрес. А жители левого берега хотят вместо мекенжай мекенбай. Потому что слово мекенжай для них слишком жай. Если вы у человека спросили мекенжай, а он вместо пересечения улиц назвал название жилого комплекса, это значит вы в Астане. Не знаю, как у вас, ох ушлар, но мой мекенжай остается неизменным уже 26 лет. Прям как в песне. Мой мекенжай не дом и не улица. Мой мекенжай – Республика Казахстан. Продал я квартиру в Таразе, хотел купить дом в Алмате, но только цены на метры зависли на высоте. Найти бы хоть что-то, но что-то не ищется. На сердце тяжелый груз. Мекенжай мой не дом и не улица. Мекенжай мой Советский Союз. Мекенжай мой не дом и не улица. Мекенжай мой Советский Союз. Так, охужар, надо грызть гранит науки, а не как Летяйкин. Орехи грызет. Ты, может, Тиен? Запишите. Белка, Тиен. Тиен из мультфильма «Ледниковый период» не напоминает девушек, вечно гоняющихся за новыми етек. Человеку, взявшему один раз кредит, придется в жизни крутиться, как Тиен в колесе. В Боровом очень наглые Тиен. Мало того, что они людей не боятся, да еще за 500 тенге с вами на фотографии позируют. Настоящий сибирский охотник может попасть в глаз Тиен с 200 метров. Правда, если настоящий сибирский Тиен раньше в охотника не попадет. Тиен и казахи очень похожи. Тиен тоже на зиму запасается сором.
только из орехов. Вот ушла, рядом открывается зоопарк Тиндермен. Так что скиньте свои тиндар, чтобы помочь фауне Казахстана. И закрепим. Тиин, белка, белка, тиин. Так, мукаши всю валию. Я сейчас вас рассажу. А то сидите как два етык пара. Запишите, етык, сапоги. Знаменитый кот в сапогах в казахской версии будет етык киген мысык. Етык мужчины всегда должны быть начищены. Исключением является только мужчина, выходящий из утренней маршрутки. Учитель географии вам, наверное, говорил, что Италия похожа на етык, а Казахстан на сердце. Ну и что, что не похоже? Главное, что мы сердце Евразии. Если вы поссорились с женой, если честно, вам не помогут голландские цветы. Покупайте итальянские етыктер. Женщины за сезон меняют до 9 пар етык, а мужчины весь сезон носят одни етык и разве что два раза меняют ультарах. В американских фильмах полицейские с помощью етык выбивают язык. Ох уж лар, хочу вам еще раз напомнить, если вы будете плохо учиться, то целый год будете маршировать в кирзовых етык. Етык, сапоги, сапоги, етык. Чтобы запомнить слово етык, послушаем песню «Китык». Эти етык напротив я захотел купить. Эти етык напротив жену хотел удивить. Эти етык напротив, но какова цена? Эти етык напротив, скидка мне так нужна. Пусть я впадаю, пусть в сентиментальность и грусть, воли моей супротив. Эти етык напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Новенькие етык, новенькие етык жене очень радуют глаз. Оқушылар, осымен айна сөздік сабағы аяқталды. Я хотел к вам обратиться. Если вы меня увидите на улице, на остановке или в торговых центрах, не говорите: «Ағай, үйжімісі қандает, раздражает это меня». Сау болыңдар! Говорят же, Роза Ветров. Неправильно! Роза Ветрова, а Раушан Ветров – это девушка, выросшая в Астане. Раушан обычно бывает с шипами. Ее так и называют – зимние шипованные Раушан.